Дорогие наши друзья, только что к нам пришла печальная новость от источников и шоу-бизнеса. Этой новостью мы спешим поделиться с вами. Нам стало известно, что сегодня проводились съемки шоу «Судьба человека», ведущим которого является Борис Корчевников. За 5 минут до начала съемок гримерки Бориса Корчевникова нашли лежачим на полу без сознания. Все пытались привести его чувство, но ничего не получалось. В студию была вызвана скорая помощь. Врачи в срочном порядке госпитализировали Бориса в больницу. Что с ним на данный момент, мы пока не знаем, так как ситуацию пытаемся только узнать. Давайте поддержим нашего любимого ведущего, пожелаем ему скорейшего выздоровления, будем надеяться, что ничего серьезного у него не случилось. Давайте также поддержим наш канал подпиской, нажмем на колокольчик, чтобы узнавать о всех новостях раньше всех. В следующем видео мы постараемся более подробнее узнать, в каком состоянии находится Борис Корчевников и что случилось. До скорых встреч, друзья! В наших новых выпусках.